Всем привет! Это ТипТоп ТВ, я Марина, и вы снова со мной, а я с вами. Сегодня мы с вами будем испытывать противень. Это новинка, стоит 199 рублей. Очень много отзывов о нем разных. У кого-то облез после первого приготовления, кто-то уже несколько раз в нем готовил в духовке, и все прекрасно, ничего не облезло, не потрескалось. В общем, чтобы понять, нужная вещь или нет, тем более стоит он 199 рублей, будем испытывать. Попробуем что-нибудь приготовить в духовке. И вот здесь написано, что скова – это противень с антипригарным покрытием. Можно мыть в посудомоечной машине. Годится этот противень для духовки. Завод Демидовский, Россия. Скова Эксперт. Противень с антипригарным покрытием. Я не буду использовать никакой рукав. Хотела положить сюда бумагу для выпекания. На дно проложить, но чтобы наш эксперимент был все-таки чистым. Ничего прокладывать не буду. Выложу ингредиенты прямо в противень. А сегодня мы с вами приготовим картошку с курочкой. У меня уже замариновано филе куриного бедра. Я добавила измельченный чеснок, приправы для курицы и соль. И картошку почистила и порезала тонкими пластинами. Картошку сразу подсолим. Я уже включила духовку на разогрев на 200 градусов. И выкладываем на картошку филе куриного бедра. Сверху филе смажу сметаной. Ну вот и все. Убираем в духовку, в разогретую духовку. И будем запекать при температуре 200 градусов. Посыпаем зеленью. Выглядит очень аппетитно. Курочка с картошкой. Картошка пропеклась. Посмотрите, какая мягкая. И мы можем уже сразу увидеть, что картошка не пригорела, вот, не пришкварилась к противню. Все очень легко вынимается. К донышку картошка не прилипла, все пропеклось, картошка мягкая, курочка мягкая, очень-очень все вкусно. И посмотреть уже на качество антипригарного покрытия, не потрескалось ли оно, не облезет ли оно, мы уже сможем после того, как съедим все это блюдо и помоем противень. В правилах по использованию указано, что нельзя нагревать изделия без продуктов или воды. Это может повредить антипригарное покрытие. Поскольку этот противень алюминиевый с антипригарным покрытием сверху, может быть, он перегревается, и как раз вот это покрытие отслаивается именно из-за того, что блюдо готовится в мешке для запекания, в рукаве. А если класть продукты непосредственно на антипригарное покрытие, то покрытие останется целым и невредимым. В общем, я очень довольна этим противнем. Размер как раз то, что нужно. И российский производитель Демидовский завод. Очень я довольна. Город Каменск-Уральский. 199 рублей такой противень стоит. Я считаю, что в хозяйстве он пригодится. Ну вот и все. А если видео было вам полезно, а также интересно, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну а я желаю вам, конечно же, здоровья и только полезных покупок. С вами была Марина, канал ТипТоп ТВ.